Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разминка, отработка приемов защиты и техники удара. Мастер-класс по волейболу в гимназии святителя Василия Великого объединил юных любителей спорта. Ребята активно готовятся к чемпионату мира, который пройдет в следующем году. Сегодня мы говорим о чемпионате мира. Мы сегодня силами тренера и игроков проводим разминку, небольшую тренировочную часть, по завершении которых пройдет мини-турнир на 4 команды. Ну и, собственно, завершать мероприятие будет небольшая автограф-сессия с профессиональными игроками. У Полины волейбольная семья. Профессионально заниматься спортом она начала с 10 лет. Тренировки – неотъемлемая часть жизни, говорит спортсменка. Расслабляться нельзя. В октябре начнется регулярный чемпионат. Очень здорово то, что много детей начали заниматься волейболом. С каждым годом это все больше и больше растет. Число людей повышается. И это очень круто, что волейбол начинает быть большим спортом в России. Большие победы начинаются с упорной подготовки. Вместе с тренером ребята отработали приемы с мячом, закрепили техники нападающего удара. Во-первых, не все ученики приходят на игры по волейболу на последних уроках, поэтому мне просто интересно посмотреть, как все играют, не всех я видел. Мне интересно с ними взаимодействовать, поиграть. Мне интересно чего-то научиться новому у игроков из сборной. В общем, всегда это как-то полезно. Участники остались довольны. Мастер-класс получился познавательным. Остается пожелать юным волейболистам удачи на соревнованиях. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».